Принять участие в выборах президента России, не отменяя планов, может каждый житель региона. Если вне голосования вы будете находиться не по адресу регистрации, то можете воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Нужно временно прикрепиться к избирательному участку, который находится в месте вашего пребывания вне выборов. Сделать это можно до 11 марта. Прикрепление будет действовать один раз. Необходимо просто подать заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию по месту пребывания, либо обратиться в ближайший МФЦ или воспользоваться порталом госуслуги. Как раз в дни голосования я уеду в командировку в другой регион. Однако сделать свой выбор я все же хочу. И я узнал про механизм «Мобильный избиратель», это через госуслуги. Подал там заявку, мне ее быстро обработали. И все, теперь я временно прикреплен к другому участку. Пройти выборы президента теперь будет очень просто. Вся процедура займет у меня от силы пару минут.